Привет, друзья! Привет, ребятки! Привет все, кто это смотрит! Здравствуйте еще раз! Вы не поверите, но мы прибываем сейчас на остров Ява. Вы можете его наблюдать сейчас за моей спиной. Это самый вулканический и самый густо населенный остров на нашей планете, планете Земля, которая до сих пор формируется. И, кстати, этот архипелаг самый молодой, он до сих пор еще движется. Ему по меркам геологов еще вчера он появился на свет. Всего 25 миллионов лет. Это раз. Во-вторых, это Ява, и здесь самое большее количество населения в пересчете на площадь и ими занимаемую. Ох, как я хорошо сказал, несмотря на то, что ночь почти не спал. Вот. Только в одной Джакарте, то есть столице Индонезии, куда я сегодня приеду, население составляет 14 миллионов, как минимум, населения, людей. Вот. Я начал оговариваться, поэтому будем заканчивать. Мы находимся сейчас в Индонезии. Я очень удачно еду на одной и той же машине. Еду день, ночь, утро, вечер. Уже целые сутки еду на одной и той же машине. Вот такой очень портовый автостопщик на самом деле. И к тому же здесь очень добродушные мусульмане живут. Они очень-очень доброжелательные люди. Я нахожусь сейчас по-прежнему в Индонезии. Это уже третий остров на моем пути. И сегодня примерно одна неделя уже, как я нахожусь в Индонезии. По меркам паспортных органов. На самом деле все прошло как за один день почему-то, эта неделя. Вот. Индонезия – самое большое государство, архипелаг, в составе которого около 18 тысяч островов. Из них около 6 тысяч только обитаемых. Остальные вообще не обжитые. Здесь есть очень много очень крупных портов. Один из них – Джакарта, второй – Сурабая. Еще два названия, которых я забыл. Здесь есть очень много интересного. Я здесь буду некоторое время. Мои путешествия продолжаются. И еще очень много интересного можно увидеть будет на этом канале. Не забывайте подписываться, ставить лайки и рассказывать друзьям. Привет всем пламенные и сердечные с южного полушария нашей планеты. Вы не поверите, но я только что пел в ресторане на пароме. И даже заработал немножко денег. То есть вот так вот можно выкрутиться и можно найти средства для существования всегда и везде. Причем музыкант, пианист с первого раза подобрал мою любимую песню. И мы с ним ее прекрасно спели. Вот так-то. Ну, в общем, я абсолютно счастлив, несмотря на то, что ночь не спал. Я был в дороге. Мне испортили настроение пограничники, точнее полиция. Но все закончилось хорошо. Плавают рыбаки. Мы продолжаем движение, путешествие, пересечение тропических, экзотических островов. Я буду посещать сейчас самые-самые красивые места нашей планеты. В частности, на этом острове огромная куча вулканов, которые до сих пор еще дымят. Из них исходят серные газы. И даже для туристов в некоторых из них готовят яичницу. Ну, в общем, это все впереди. Это я вам сделал такой себе трейлер, тизер на будущее. Что можно ожидать впереди? Не забывайте подписаться, рассказать друзьям, поставить лайки и рассказать, то есть прокомментить это хорошими словами. У меня слетает шляпа, поэтому я вынужден поправлять. Меня зовут Олег Петров. Всем привет, друзья. Всех люблю, целую и обнимаю. Всех Татьяны и студентов с праздником. Всем привет из Индонезии.